здесь вот просто используете те, которые уже повторяются, да? Но, в принципе, выдает рекомендации. Можно нанять кучу проект-менеджеров, которые написали бы идеальные кейсы, и тогда, пожалуйста, можно... То есть, по сути, там можно написать просто начало, и оно вам будет выдавать, по сути, тогда будет как бы огромный шаблон всех возможных вариантов. Вы пишете «The user can go to profile», и тогда посмотреть, что вам представляет, что все варианты от Тиндера до Airbnb. Например, as a special user, I can add что-то вот такое, что никогда не используется. Ну, генеративный кейс. Но да, вот, в принципе, какое-то множество use cases покрывают. Круто, как вы использовали схожесть? Вы просто делали какой-то back of words? Просто было, поделили тоже вот этот user, и потом у нас было action. Action были options, там, в зависимости от действия, там, какие-то фотографии, видео. И потом мы по словам сравнивали. Схожесть слов — это просто appearance слов в user story? Схожесть конкретного слова, которое в нашем приложении, которое мы ищем, с положением тех слов во всех остальных. То есть мы по словам сравнивали. Ну, по его наявности или... Да. Ага, окей. Хорошо. Круто. Спасибо. Все. Спасибо.